Всем привет, с вами снова канал Alex Games, и это Bloodborne. Продолжаем мы прохождение этой великолепной, я бы сказал, игры. Короче, мы зачистили почти все локации. По-моему, блять, локацию, всю локацию. Вот так вот. Если я не ошибаюсь, у нас остался... Отец Гаскоин и церковное чудовище. Но нам надо будет, во-первых, вернуться, прокачать души, прокачать уровень. Ну и пойдем чудовище вольнем все-таки. Так. Чтобы знать, куда идти, я уже забыл, блядь, все. А, ну да, вот мы рядом находимся. А, нет, не пойдем пока. Так, сначала мы сходим, зачистим уже до конца ее. Я совсем забыл. Во-первых... Я здесь везде уже, по-моему, был. Мы просто не спускались это. Через канализацию, только с другой стороны. Я не помню, как туда дойти. Сейчас посмотрим быстренько. Там тоже что-то лежало, я помню. Я не помню, блядь. Наверное, что-то важное, хер знает. Никого. Показалось, уже ожил этот жирный. Но... Так, вот где-то здесь. Вот сюда мы спускались, но что-то это. Не до конца. О, точно, кто-то есть еще нахуй. Так. Тут с двух сторон, причем. А, тут их двое монстров. Ебаный стыд. Они вообще могут просто разом накидать тебе лещей. Давай иди сюда быстрее. Крыса вон еще ползает там. Минус раз. Вот, осколок крылавика. Уже неплохо. Секира станет еще лучше. Блять, да сколько у вас там, ебаный стыд. Опасный хер вообще. И не могу прервать атаку его никак. Он если начал бить, то все уже. Давай, давай, давай! Да куда, блядь, ты чё, урод? Сука, тупой, блядь, дебил. Молодец. Ой, гнида, а. Ой, блядь. Сложи нахер, короче, топор. Езду, блядь, сложи его, говорит, дебил. Да? Сука, ты сложил? Да сколько вас, ёбаный стыд. Подожди, блядь, подожди, крысы.
Нахер, бежим. Блять, где мы? Ой, блять, сука. Ой, твари. Вот они, сука, такие твари. Еще раз, блядь, что-то... Да давай забирайся, слышь. О, прям не могу, нахуй. Нихера они налетели, конечно, но... Я же, блядь, подгорать начал уже. Как к ним побыстрее спуститься только теперь? Да, пойдем так. Вообще, конечно. Это было жестоко просто. Такой поступок поганый, а? Взяли меня и скинули вниз, сука. А там лестницы нету. Ну. Негодяи просто. Ничего. Мы сейчас вернемся, накидаем всем. Нахер я топор сложил, вообще не пойму. Думал, будет полегче, но что-то, блядь, только хуже оказалось. Фух. Блядь, да ты что ты... Ну, дебил. Да, блядь, ты чё нахуй, сука, а? Ты, блядь, какая-то крыса меня дрочит, а? Почему ты не попал? Прям, блядь, зла не хватает на них. Давай, ага, блин. Сейчас, блядь. Сука! Чё, блядь, всё, нахуй, напиздел? О, ёбан. Козлина, нахуй. Да ты чё, блядь? Ёбаный дебил, ты, сука, нахуя прыгал, блядь, урод? Ёб твою мать, что ты будешь делать? Дегенерат, сука. Попытка номер 3. Заебись. Я должен забрать то, что там лежит. Я, сука, не прощу себе этого. Где, блядь, лестница? Где она?
Хоть не так уж далеко бежать, хорошо. А где лестница? Вот она. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Не дай бог, ты сейчас прыгнешь. Вот почему он прыгает. Вроде как я жал, потом отжал, нечаянно еще раз, наверное, нажал. И, короче, нажал несколько раз и пиздец. О! Неплохо. Так, медленному отравлению. Ладно, это хуйня. Но она, блядь, только отравлению нет у нее сопротивления. А так-то нормально получается. Ну хотя, блядь, вот эти все нахуй непонятные, блядь, статистики, это пиздец. Так, я назад смогу? Смогу. Ну красивый стал такой. Да ё, хватит, блядь. По-моему, это статистики эти ни на что не влияют. Вообще пиздец просто. Сейчас пойдем, короче, прокачаемся и завалим чудовище. Ну, наверное, завалим, хер знает. Должно получиться оно вроде, это легкое. Мне что интересно, блядь, над Bloodborne 2 кто-нибудь работает вообще, нет? Будет ли это? Не понял, а, ну да. Выйдет ли он когда-нибудь? Оказывается, я не всех убил. Там вон ходят бичи какие-то. Да хватит тебе, блядь, прыгать, ты заебал, ты меня подъебываешь так же. Вот и все. Так, поехали. А я не понял. А я не понял сейчас. Совсем не понял. Так, а что у меня в сундуке есть? Как его? А. Блять, уже накопилось что-то там даже. Герман. А я могу хоть это? Могу. Так. Сколько надо? 3. У меня пила штык же есть, я и забыл совсем. Давай вот починим. Ой, блядь, ну пиздец, ладно. Бля, я не понял, я, блядь, пиздец просто, как это? А где Герман? Ой, сука, пиздец. Ладно. Когда она проснется, подождите, блядь. Я сейчас проебу, блядь, чудовищу, и пиздец, все. Ну ладно, один раз я его проиграю, хер с ним. Потом я вернусь. Если я проиграю еще раз, то все, получается, конец. Надеемся, что с первого раза его завалим сейчас. Так, поехали.
Можно было, короче, блядь, и не идти в сон охотника, по сути. Толку от этого не никакого не было. Ой, заткнись, а. О, зараз. Собаки не пошли. Сейчас, блядь, ага. Попизди у меня еще, попизди. Куда, блядь? Я про тебя забыл. Заебали вороны, ну. До конца были. Все-таки нахер. Все, поехали. Давай, блядь, чудовище, налетай нам. Тебе пиздец. Тебе пиздец, ты понял? Тебе пиздец. Ой, подожди, я не был готов. Не был готов, подожди, блядь. Не то, вот так вот. Все, давай. Ну-ка, подожгись. Не хочешь? Хватит меня бить, урод. Лечимся нахуй до конца всегда. Да сука, почему ты не вернулся? Он должен был вернуться. Поверни моей жизни быстро. Не, ну мы его сейчас завалим. Ну. Ну-ка, я себе возьму оружие. А, понятно. О-о-о. А как ты, блядь, его? Он вообще нет, станется, нет? Это невозможно, наверное, да? Да вы не, блядь! Ёб твою мать, короче, есть такое, есть такое, такая возможность его застанить? Да чё, блядь? Я ж сделал. Нет разве что? Да подожди, блядь, бить нахуй, я проверяю, блядь. Вообще не дает проверить даже. Заебал. Ладно, пизду. Так его завали, блядь. Если завали вообще. Ты завязывай, да, хуй, блядь. Ну-ка, ладно. Хуй с тобой. Да, блядь, подожди, ты как бить, ёбаный стыд. Вот ты хуйня, конечно, да. Не, дай. Вот. Блять, показалось. Что будешь только делать? Что ты, блядь? А, всё.
удары сразу рот, это вообще пиздец какой-то. Какого хуя, ебаный стыд. Заебал. Нихуя получилось. Один раз. Че, блядь, сука? Ну-ка нахуй. Блядь, нету вообще не даже. Сосать, сука, сосать. Подлюка. Так, значок охотника с мечом, тут на пули хуйня одна. А, ну тут же ничего нету, ебаный, я и забыл. Фу, ну-ка давай вернемся. Если сейчас эта тварь не проснулась, ей пизда. Я из нее, сука, все внутренности выну и в пиздец, она никогда уже не встанет. Ну. О, нихуя себе, нахуй, пиздец. О! А ты гадюка, ну ты тварь. Давай. Здравствуй. Я кукла, я буду присматривать за тобой в этом сне. Все? Достопочтенный охотник, следуй за отголосками крови, и я превращу их в твою силу. Тебе предстоит охотиться на чудовищ, я помогу тебе поддержать твой слабый дух. Давай. Да я понял, блядь. Так, жизненная сила. Ой, а как их проверять? Чё это? R3. Да нахуй мне имя персонажа, ты дурак, что ли? Отвечающий за здоровье, за выносливость, отвечающий за атаки тяжелым оружием, определяет, может ли вы использовать снаряжение специальным оружием. За сила оружия стреляющего, да, иногда определяет, можете ли вы использовать снаряжение. Использовать за силу тайной атаки, блядь, чё к чему, хуй пойми. Ладно. Так, стойкость. Сила. Жизненная по-любому выкачиваем, но. Ловкость. Еще выносливости. Ну, на разок это откачаем, мало ли что. Ну и тайны тоже. Пойдет. Все по чуть-чуть. Я стал лучше, я прям чувствую. А, не, нихуя. А, ну да. Сосуд с маслом, смесь, нож. Так, во-первых. Где там эти ебаные? Вот так вот. Так, есть. Дальше, что у нас есть еще? Надо что-то вставить просто, потому что... Ты это. Блестящие монеты нахуй не нужны. А что, я не понял, а где... Где коктейли молотого, блядь, все? Ладно, хуй с вами. Так. Большой мост. Центральный Ирнам. Давай, через мост зайдем. Сейчас пойдем мочить Гаскоина, хули. Не знаю, как у нас это получится, конечно. Чудовищам-то пришлось чуть-чуть помучиться.
чтобы вспомнить, куда идти. А я не понял. Это охерели, что ли? А, блядь! Слышь, блядь, люди. Вообще охерел, просто охерел. Сука, тихушник ебаный. Все, встал, красавчик. Блять. Так, ребята, подождите секунду. Если я пойду туда... Пойдем на лифт, по-моему, на лифт надо. А это куда я, блядь, на лифт пошел раз? Хуя подобного. Вот здесь на лифт. Ага, давай, блядь, я с тобой драться не буду, в пизду тебя. Гаскоин ждет. И сейчас он нагребет по полной программе. Зажигать будем, нет? А я не понял, а что они не сдохнут? Дадите вы в жопу. Сейчас, блядь, ага. Убьет. Лошара, лошара. Кстати, у меня появились коктейли Молотова, ёпта. Ой, а там что-то лежит. Да, блядь, какого хуя, слышь? Ты будешь меня еще убивать, что? Ты что, ёбнулся? Сейчас, давай, блядь, еще раз. Тут, блядь, козелины, а? Хера не дают всякой хуни там. И пузырек, и метка охотник. Ну, метка это ли валялась уже? Ладно, дальше, все. Все, тихо, блядь. Тихо говорю. Вот она, сука. Ой, как я с тобой мучился в прошлом прохождении. Это просто пиздец. Ты станешь одним из них рано или поздно. Ой-ой-ой-ой-ой. Блять, я забыл, что он еще стреляет. Совсем забыл, что стреляешь. Подожди, бей. А ты, сука, а? What's that smell? Sweet. Да ты заебал, слышь? Oh, it sings to me. Дай полечусь. It's enough to make a man sick. Давай, сука, чё ты, блядь? Сейчас, нахуй. Слышь, ты чё, блядь?
Какого пояса тебе не перервался? Дельно, ёб твою мать. Я знаю, где бить, наверное. Давай, сука, иди сюда. Подожди, я вылечу до конца. Все, блядь, урод, понюхи, сука. Есть, нахуй, еще минус один, блядь. Лошара. Фу. По сути, блядь, вот вся стратегия. Ты крутишься вокруг него, и все, пиздец. И успевай лечиться, потому что он тебя ебнет иначе. Не суетиться, главное. Хотя у меня, блядь, аж все сжалось внутри. Было прям страшно-страшно. Оп. Вот так-то вот. Брошку, которую мы отдадим девочке маленькой. Ну, это, наверное, между сериями будет сделано, потому что, ну, а нахуя вам это надо? Фух, блядь, ну конечно вообще пиздец. Я прям очень-очень рад. Ой. И плащ мой мне нравится тоже. Чё, ничего не ломает? Так. А я забыл, а что-то здесь лежит какой-то инструмент, по-моему, какой-то. Да. Для улучшения... Там не для улучшения, блядь, а для вставления кровавых самоцветов. Так, здравствуйте, женщина. О, ты должно быть охотник. Прости, вероятно, Ладан замаскировал твой запах. Отлично, я ждал кого-нибудь из твоего рода. Это не женщина, ебаный. Из-за охоты все заперлись по домам. Ждут, когда она закончится. Она обязательно закончится. Так было всегда. Наконец не будет хорошим, не в этот раз. Даже некоторые из тех, кто сидит по домам, сходят с ума. Вопли женщин, запах крови, рычание чудовищ. Все это уже стало привычным. Ярному конец, говорю тебе. Но если ты найдешь кого-нибудь в своем уме, расскажи им о часовне Иден. Здесь они будут в безопасности. Запах ладана, ладана заебали. Отпугивает чудовищ, короче. Расскажи, пусть они придут сюда. Если тебе не сложно, хи-хи-хи. Нет, но если ты случайно, то понятно. Ладно, допустим, что здесь ничего нет. Так.
Я уже забыл, куда вообще идти надо. Блять! Да ты чё, сука? Вот, сука, из-под тяжка, пидорас. А, так он еще не парирует. Забыл про него. Это ворона неодноразовый. Посмотри на них, а? Два удара воронам требуется. Где это видно вообще? Это еще здесь жива, блядь, это одна из меня. Его. Так, так. Блять. Почему ты не отпрыгиваешь? Ушли пан. Но если у тебя, блядь, кончилось у нас, то меня вообще не ебет, ну. Дилетанты ебаные, блядь, ничего не может. Ну. Деревянный щит. Нахуя нам твой щит? Так, а я не понял, подожди. А. По-моему, только там открыть можно, да? Все, что ли? Я-то думал. Ну, пойдем в другую сторону сходим, ладно? Тоже эта мразь ходит. Все, блядь, все. Таких противников, как я, у тебя еще не было. Даже не вставай. Так, наверх какая-то дорожка есть. Ой, ой, ой. А, ну да. Тут же какая-то лапа, блядь, тебя забирает. Только нахуя? Да куда ты, блядь, бежишь? Проверим сразу. Говно. Это я помню тебя, да. А ты лох. Я сказал, ты лох, ты дурак. А ты смоешь. А ты смеешь спорить, да? Ты чё, блядь, ну извини, ладно. Не лох, а просто ты не так силён, как на самом деле хочешь казаться. Доходился, блядь, тут. Подожди, а я что-то это? А мне куда вообще? Я уже все забыл тут. Ну, понятно. Чего? Особый символ может открыть главные ворота. Ну и что, блядь, за символ? А, ну может эти как его? Всякие там поклоны. Нет, двое это слишком. Да. Вот один уже нормально. Ебало, блядь.
Да куда ты, блядь, машешь, слышишь? Машет он мне тут, нахуй. Я тебя помашу, блядь, сейчас. Почему ты не сдохла? Текс. Монокуляр. А для чего монокуляр? Скажите, пожалуйста. Монокуляр нужен для того, чтобы лучше разглядеть объекты. Это не охотничий инструмент, а просто старая вещица, которую можно использовать как пожелаешь. Ну, спасибо, блядь. Давай вставим, посмотрим, может что-нибудь это пригодит. Во-первых, не, подожди, как использовать сразу? Ладно, здесь нельзя, где? Вот так вот. И? Охуенно. Вот так же его надо точно. Ну то есть. Выключи нахуй. Ой, бля, где? Возьмем что-нибудь полезное. Хуйня шариком пиздец. Блять, подожди. Хуя она у него длинная. Ну. Ты что, вообще ебабо? Ты мог по мне попасть, дурак. Я бы тебе этого, блядь, никогда не простил. Ну чё? Куда пришли? О, нет, что-то есть. Секунду. Ёпта, и как ее открыть? И вообще, можно ли ее открыть? Вот главный вопрос. Они пошевелились, я думал, они живые. Твари, а. Туда нельзя, туда нельзя. Куда, блядь, вообще можно? Красота-то какая. Ляпота. Ладно, сгорела, пока бежала, блин. Ну, бич, ты чё, блядь, три удара тебе надо? Ты чё, ёбнулся?
голова, другое дело. Вот так-то, блядь. Будете знать, ну. Коктейльчики подъехали, хорошо. Блядь, ты чё, ёбнулась? Что так быстро бегаешь? Вторая, блядь, откуда ты взялась? Вторая, ты чё, ёбнул? В смысле? Её же явно не было. Она, блядь, из стены выползла просто на меня. Допизделся. Вернее, дострелялся, нахуй. Я тебя постреляю, блядь. Чувствую опасность. Или нет? Все нормально вроде. А, я этого помню, хуя. Ты охотник на чудовищ, верно? О, прости, зови меня Альфред. Ученик мастера Лагариуса, охотника из рода нечистокровных. Ну что скажешь, мы оба охотники, хотя и охотимся на разные добычи. Почему бы нам не поработать вместе и не поговорить о том... Заебал, я не просто не это. Очень хорошо, очень даже неплохо. Возьми это в честь нашего знакомства. Огненная бумага. Молитва. А, пусть хорошая кровь покажет тебе путь. Вот, видите, молитва дали, может... Все понятно. А, ну понятно, это нихуя стара, тут ничего нету такого. Понятно, ну. Потом поговорим с ним. Короче, вот требуется там, блядь, возле ворот откроет только какой-то символ. Может, это тот самый символ? Или нет? Нет, подожди, не может. Хуй знает, короче. Надо подумать над этим хорошо. Просто... В прошлый раз я ворота, по-моему, открывал... То ли я ключ купил, то ли что-то... Что-то такое, короче. То есть не это. Как-то так, короче, я открыл ворота. Блять! Подожди. Вы заебали, блять. Это вот нахуй неожиданное появление. Меня, блядь, скоро, сука, в могилу сведете. А я не помню, а как наверх? А-а-а. Ебать, я что, проебал? Где-то вход пропустил? Этого не может быть. Наверное. Скорее всего, конечно, может. Ну да, блядь, хули, ебать. Ебать, пиздец, как так? Пиздец, просто пиздеса. Кстати, знание безумца. Давайте его еще раз... Если это правда, то он усложняет типа игру. Оно, это знание. Посмотрим, что. У нас есть. Малипусечки не хватает, но это потом может сыграть плохую шутку. Так, сложи. Тут псина есть, я знаю, но. Ну-ка, я тебя хочу ткнуть, подожди. Ой, блядь, это пиздец. Ткнул. Да, блядь, ты попади в нее, ебаный в рот, ты дебил? Вот. Ой, блядь, урод, нахуй, ты пиздец. Ладно, хуй с тобой, давай так.
Я хотел сделать просто, классно. Короче, они боятся огня, но они, не боятся факела, нахуй. Просто охуенно вообще. 10, чисто 10 жизней отнял у нее факел. Ой, как боятся они огня, ой, как боятся. Давай, что ты, блядь, скажи это. Я куда-то спускаюсь уже, хуй знает куда. Не понял. Понял, теперь понял. А, да, старый яр нам. Что-то такое, типа, да. Я нам. Ну-ка проверим, точно, да? Этот город давно покинут. Охотникам тут не место. А не место. Ну да, это Ернан, ладно. Сейчас перемещаемся, короче. Юзаем отголоски все эти крови, нахуй. И на сегодня заканчиваем, наверное. В следующей серии продолжим. Давайте быстренько сейчас. Прокачаемся чуть-чуть. Какого хуя, блядь? Где ты, блядь, кукла? Что за наебалово, блядь, ебаный стыд. Ну кто так делает, а? Где кукла, Герман? Скоро зайдет луна, хорошая охота будет сегодня. Если чудовища огромные, кажется, что их не одолеть, отыщи святую чашу. Как так поступали все охотники, что были до тебя? Святая чаша укажет на гробницу богов, где охотники причащаются. А, ебать, все понятно. Так. Починить. О, совершенствование. Ага. Ну чё? Физическая атака. З. Да, давай, конечно. А. Подожди. Только один могу ставить. Давай, тоже. Ой. Потом, может, попробуем с ней побегать как-нибудь. Угу. Инструмент мастерской какой-то еще, блядь, один. А, вот ты, тварь. Welcome home. What is it? Very well. Let me... А я уже думал, где ты, нахуй? Так, правой руки оружие. Защита физическое оружие. Вот так вот, да, сделаем. Вот так вот, а. Вот так вот. Это, ну все, ладно. Вот здесь мы закончим. Всем спасибо за внимание. Всем до встречи в следующей серии. Всем пока.